Копье признало тебя, Геродот. Я тебе верю. Ты понимаешь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе найти мать. Обещаю. Но сперва мы должны попасть на Андрос. Встретимся на корабле. Добро пожаловать на Адрестию, Геродот! Ты отправишься с нами? Мне нужно в Афины. Будь моего внимания. Геродот помогает мне искать мать. Геродот просил помощи у богов. Сама судьба столкнула нас. Мы можем не понимать, что задумали боги, но должны следовать их замыслу. Может, ты прав. У нас с Геродотом общие враги. Элпинор, да? Он член... Был членом культа космоса. Они используют Оракула, чтобы управлять Грецией. Самого Оракула? Невозможно! Аполлон не допустил бы! А теперь они ищут мою мать. Я должен найти ее первым. Думаю, они не пощадят тех, кто встанет у них на пути. Клянусь Гермесом! Сначала Оракул, теперь этот культ! Кто у них главный? Я не знаю точно, но... Похоже, что моя сестра. Твоя сестра? О, Зевс, как же сложна твоя жизнь! И не говори. Но не волнуйся! Теперь у культа космоса три новых врага. И один из них дерется подобно Ресу и мечет молнии подобно Зевсу. Мы обрушим на них гнев богов. Он всегда верит в лучшее? Всегда. За это и любим. Посейдон, неси нас в Афины! Сперва заглянем на Андрос. Кто ж на Андрос? Раз уж мы собрались на войну, нужно заняться моим кораблем. О чем речь? Ну, старушка сейчас не в лучшем состоянии. Нужно было сказать об этом раньше! Где во имя Посейдона мы найдем припасы? Отец говорил, море берет свое. Нужно поступать так же. Здесь немало пиратских кораблей. И на них наверняка найдется то, что нам пригодится. Так чего же мы ждем? Начнем охоту! Теперь у нас есть все, что нужно, чтобы улучшить корпус корабля. Хвала Посейдону! Теперь у нас есть таран! Настоящий морской кулак! Гребцы на корабль! Куда плывем, капитан? А ну, шустрее! Стань, парус! Слушай, лёд!
Поднимайся на борт, капитан! Прибейте! Медленнее! Готовьтесь стрелять! Дайте поднять! Готовьтесь сражаться! Паника! Вернулись! Мы промахнулись! Готовьтесь стрелять! Thank you.
капитан снова у руля! Впереди Марафонский залив. Марафон? Битва, в которой горстка афинян остановила вторжение персов. Помнишь? Великий Фемистокл. Или персидский царь Дарий. Не знаю. Именно здесь великий Тесей убил критского быка. А, этот марафон. Вы безнадежны. Капитан покидает мостик! Yeah.
это понятно. Yeah.
Стреляйте!
стали наш союзник, капитан! Есть. Может, поднимем? Парус убрать! Лучники! Готовьтесь! Дайте по ним! Зажжем их! Стать позиции! Замедляйте! Мама сказала, что спартанские солдаты принесли его ей из Вермахта. Ей? Почему? Леонид был ее отцом. Не может быть. И эти видения.
Так ее пытается помочь, указать путь? Не только. С ним легче в бою. То есть? Не могу описать. Как будто я знаю, что сделает мой противник в следующий момент. Потрясающе! Это просто невероятно! Мы приближаемся к острову Андрос. Да! Это гробница величайшего мирамидонца! Ахилла! А я был поражен тем, что Андрос торгует одним из самых дорогих видов мрамора. Тот остров с руинами древней цивилизации, о котором ты говорил? Да, это он. Ищи вход побольше. Thank you.
Вот ты где. Это что, дверь? Таких я еще не видел. Как же мне попасть внутрь? А может быть... Решительность приближает... Гибель! Я знаю, мама! Ты делаешь успехи. Твоя воля сильна. Но ты не действуешь. Я собирался! Знаю. Но все решает миг между замыслом и действием. Давай. Копье Леонида. Ты уже не дитя. Копье отца — это великое бремя, но... Ты готов. Я чувствую! Копье! В нем магия! Оно наделено древней силой. Им владели величайшие герои. Мы принадлежим к тому же роду, наша семья. Все мы? Подумай о Леониде. Он был отважным воином и принес величайшую жертву. В тебе его кровь, а еще его сила. Мы умеем чувствовать то, что не чувствуют другие. Это дар нашей семьи. Но не все понимают это. Некоторые, узнав о нашей силе, захотят заполучить ее, отнять ее у нас. Я не позволю. Знаю. Ты воин. Если всегда идти вперед, только вперед, нас не трогают. Буря грядет. Значит, пора двигаться дальше. Мама, я помню о тебе. Боги! Кто мастер? Как такое возможно? Объяснить такое человеку вроде Маркоса. В центре что-то светится.
сегодня активны. Хран синхронизировали трансляцию. Контакт установлен. Деймос, кузня, долго же ты была в симуляции. Совсем себя не жалеешь. Ты не понимаешь. Догадка верна. Алексиос не только владел технологиями ИСУ, но и мог их улучшить. Представь, какие это возможности. Признаю, потенциал невероятный. Но как врач, я должна о тебе заботиться. Сейчас тебе надо как следует отдохнуть. Хорошо. Но только потому, что и тут есть чем заняться. Нет, просто отдохни. А то начнется просачивание, и ты всех нас убьешь, потому что примешь захетов или фракийцев. Да брось. Фракийцы, кстати, умеют пировать. И помни, мы команда. Мы будем прикрывать тебя, сколько потребуется. Знаю. Киоси следит за безопасностью. Вчера он возился в лофте. А Лана занята исследованиями. А со мной можно поговорить, если в анимусе что-то пойдет не так. Вечный терапевт. Мы подобрались к жезлу ближе, чем когда-либо. Что думаешь? Да, это очень ценный артефакт. Но другие жезлы и демо удавалось найти и раньше. Один из них Никола Тесла взорвал в России, если я ничего не путаю. Это другое. Если то, что я видела в Египте, правда, жезл управляет не разумом, а законами физики. Времени. С ним можно изменить саму суть Вселенной. Но ведь копье у нас, и вроде бы мир пока не рухнул. Просто копье связано с родом. Леонид, Алексиос и Деймос, в смысле, Кассандра, были с ним едины. Уверена, что жезл Гермеса подчинится тебе? Нет. Но попади он к тамплиерам, они найдут того, кто с ним справится. Кстати, как тебе мой новый анимус? В смысле, наш новый анимус? Это оборудование Абстерго. Я модифицировала здесь каждую мелочь. Это прототип консоли Анимуса. Брахманская версия с повышенной пропускной способностью. Портативная, но мощность у нее выше, чем доступна НАСА и ЦЕРН. Пойду разомнусь. Вот бы сейчас оказаться в тренажерке Абстерго, да? Членство у них дорогое. Орлы ничего, но ручная обезьянка куда круче. Центр Вселенной, 400-й год до нашей эры. Hier soir, un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs sont partis en laissant derrière la cible du vol. Thank you.
Серебряная книга Геродота. Копье Леонида. Не работая я на ассасинов, не поверила бы. Я и так-то верю с трудом. Немного везения, море кропотливой работы, и вот, археологическая находка века. Только рассказывать о ней нельзя. Проверю почту. Вот это да. Лейла, поговорить с Геродотом — это невероятно. Да брось, он любит поболтать. Тебе помочь еще с чем-нибудь? Ну как, данные исследования подтверждаются? Я меняла настройки анимуса, опираясь на тексты из книги. Эта книга — утерянный труд Геродота. Он первым решил вести хроники исторических событий. Все личности подходят под описание. Клеон, Перикл. Ради возможности увидеть прошлое, я и вступила в братство. Многие хотят вершить справедливость и прыгать по крышам, но только не ты, да? Я стала увлекаться историей после рассказов деда про своего деда-ирландца. Моряка и искателя приключений. Так что я продолжаю традицию. Это большая удача. Удача — это миф, помнишь? Мне уже не раз говорили. Я знакома с Геродотом, но мало что о нем знаю. Он просто гений. Его история считается основной книгой того периода. Столько ученых сделало карьеру на толковании этих текстов. А возможность увидеть Геродота в обычной жизни... Просто, можно сказать, это мой кумир. Фанатею, осуждать не буду. Да! Ладно, работай. Будет что-нибудь нужно, только скажи. Жаль, что пришлось уйти. Я бы выпила еще карибу. Третий эшелон. Или четвертый. Как у тебя дела? Ну, угроз не замечено. Приятно снова работать вместе. Полагаю, наши методы совместимы. Все еще расстроены за последние стычки с Абстерго? Прости, я не знала, что в Квебеке такие крутые холмы. Но ты и твои рефлексы якудзы спасли нас. Прости, бывшего якудзы. Мы все живы, и наши раны затянулись. Вот что важно. Конечно, я вернусь в анимус, пройду по следам Геродота и найду жезл. У меня так много возможностей, так много путей, и никак не узнать, какой из них верный. Ты был главой в японском братстве. Что бы ты сделал? Делай все по порядку. Наблюдай, затем действуй. Или убей всех и обыщи карманы. Твой выбор. Спасибо, что приглядываешь за нами. Не буду мешать. Я скажу, если замечу Абстерго. Интересно, близнецы Фрай узнали бы Лондон? Хотя крыша есть крыша. Ва? Ва? Ты уверена, что хочешь вернуться в анимус? Мне кажется, ты пробудешь там еще долго. Да, я готова вернуться к Алексиосу. Ладно, я пригляжу за тобой.
моем копье сила. Культистов ждет смерть. Что ж, Геродот будет рад. Здесь явно кто-то побывал задолго до нас. Леонид знал об этом месте? Поговорим. Тебя легко найти. Ты пришла одна? Не может быть! Кассандра, ты жива! Не трогай! Ну же, сестренка! Тебе придется все рассказать. Что с тобой случилось? Ничего я тебе не скажу. Ты мне чужой. Ну, а ты мне нет. Это не важно. Нам с тобой о многом нужно поговорить. О да, о твоей проделке с артефактом. Тебе удалось привлечь мое внимание. Ты этого хотел? Что? Артефакт открыл правду. Мы семья, и мы с тобой смогли выбраться из Спарты. Да, он открыл правду. То, о чем я всегда знала. Ты сбросил меня со скалы! Думаешь, все так просто? Ну уже, Кассандра, давай поговорим. Не зови меня так! Я уже знаю, что произошло. Да, Деймос. Ее я не знаю. Она полубог. Ей поклоняется культ и вся Греция. Над ней никто не властен. Так зачем ты им служишь? Ты что, меня не слушаешь? Это они служат мне. Так сделай свой выбор. Помоги найти мать. Меня это не интересует. Просто ответь, что ты здесь делаешь? То же, что и культ. Ищу нашу мать. Им она не нужна. Твой культ думает иначе. Мирин их новая цель. Если они ее ищут,
Значит, хотят убить. Ты не знаешь, где она, значит, она и тебя бросила. Грустно. Нас бросили, но мы все-таки выжили. Мы могли бы все вернуть. Надо лишь найти ее. Служителям культа чужда сентиментальность. Семья – ничто. Мы хотим править миром. Если они и правда охотятся за нашей семьей, Николауса они не найдут. Он исчез. Я сам его искал. Мы нашли тебя, пропавшее дитя Николауса. Найдем и его. И он пожалеет, что сбросил меня со скалы. Мне все равно, что ты думаешь. Я найду Мирин. Можешь пойти со мной. Что? Найдем ее. Вместе. Ты могла бы помочь. Ага. Думаешь, игра в дружбу поможет? Будем бегать, как малые дети, в поисках мамочки. Ты слаб. Это ответственность, а не слабость. Я не откажусь от своей семьи. Ответственность? Как высокопарно. У культа есть план, и никто не помешает его осуществить. Но культ пощадил Мирин и Николауса. Что изменилось? Ты выжил. Ты виноват во всех бедах. Культ могущественен, но они смертны. Во мне течет кровь богов. Они думают в тебе тоже. Но поймут, что ошибались. Схватить твою мать им было мало? Мы не похитители. Мы политики. Тот, кто не поддерживает нас, наш враг. И он заплатит за это. Как я? Как ты. Говорят, ты собрался в Афины? Скажи Периклу и его сброду, что грядет их черед. Я уничтожу ваш культ. Ты знаешь, сколько нас. Ты знаешь, как я сильна. И думаешь, что справишься? Проверь. Безрассудность — это семейная, верно? Говоришь, мы с тобой родня? Посмотрим, что ты сможешь сделать. И все же мы нашли друг друга. Говорю же, не трогай! Деймос! Малака! Геродот, нужно рассказать ему, что произошло. Без меня культ ничто. Я внушаю страх даже богам. Склонись!